Житель Огайо заметил на заднем дворе своего дома попавшего в беду олененка. Малыш запутался в сетке от небольших футбольных ворот и не мог выбраться. Неподалеку от олененка стояла его мама, поэтому очевидец не стал освобождать животное самостоятельно. Он вызвал на помощь полицейских. Сотрудники правоохранительных органов осторожно приблизились к малышу и с помощью специального инструмента срезали с него сетку. После этого детеныш сразу убежал к матери.